Салют, меня зовут Рэй, и сегодня мы попробуем игру Ori and the Will of the Wisps. Не знаю, никогда не играл, попробовал, зачем? Попробуем. Естественно, да, поставлю. Давай обычный режим. Самый обычный, именно такой, какой задумывался разработчик. Красивенько, красивенько. Очень, очень прикольно. Это все также из нашей серии, то, что мы пробуем, если заходит вам, мне, то мы продолжаем проходить, поэтому каждый твой лайк, каждый комментарий, я уже играю, нифига себе, прикольно. Так, я могу прыгать. Гнездо ласточки, нифига так прям сразу начнут, нифига такая прикольная проработка, офигеть. Реально прикольная музычка такая, антуражная. Слушай, мило, прикольно, мне нравится. То есть я, короче, могу забираться. А насколько я сильно далеко могу забраться? Только по таким мы всегда будем помнить рассвет. Прикольно. Я так понимаю, мне теперь, когда в небе вновь пришла жизнь. Только такая детализация прикольная. Мы назвали ее крошкой Ку. На них какие-то духи, я смотрю, типа местного мира. А где вот тот большой, который на камне сзади нарисован? Или она такой большой вырастет? Крошка Ку. Так, они ушли играться без нас. Как так? Почему такое происходит? Можно проснуть? Gracias. А в смысле, почему я не могу забраться? Я хочу, может, и забраться туда, вообще-то. Ну ладно. О, пойдем, пойдем. А, ее летать, наверное, научили эту крошку куда? Лети! Все, научили летать. Типа что-то другое есть, хочет. Типа она живых ест. Прикольно, так красочно. Одно крыло. Скоро небо воззвало к ней. А чё у нас с крылом одним? Услышали это Инару Гуму.
Но она не может летать из-за этого крыла. Печальник. Ну пойдем, поболтаем, выясним, в чем дело. Что мне кажется, или как-то немножко все равно подлагивает, будто бы. Я громкость мы оставим, а можно графику чуть-чуть. Никаких размытий в движении, спасибо. А давай вертикально просто отключим, наверное, мне кажется, этого будет достаточно для того, чтобы плавнее было. Фига уже такая большая эта совуха. Ответ пришел из прошлого. Не понял, что происходит. Ух, я удачно прыгнул. Последний подарок матери. Тут какая-то веревка, я должен же, наверное, на нее попасть. Да, смотри-ка. А, я могу и вверх разобраться. Даже зика не понял. А, вот она. А, все, я понял, как это работает. Окей. Что-то, конечно, смастерит, я так понял, да? 5 частей. А, перо. Перо Куро. Вы освоили новое умение. Нажмите Shift, находясь в воздухе, чтобы парить или перемещаться по воздушным потокам. Окей, погнали. Ну так можно за один прыжок долететь просто. Окей. Лови перо, видимо. То есть не одно перо, что ли, есть? Есть несколько перьев. Все, летать научился. Смотрите, короче, я крыло, понятно. О, да ладно, мы вдвоем можем перемещаться. И типа летать. Вместе на новых крыльях. До неба был лишь шаг. Взлетело, не волнуйся. Ну, не все может так идти радужно. Видимо, что-то произойдет.
виртуальный мир тут, конечно, так сделан. С первого раза научившись летать, сразу улетать там далеко вообще, какие-то другие края. Ну да, давай. Слови молнию на крыло. Упс. Ну вот, допутешествовались. Началась история. Разлученных бурей. Ну и где начало истории? Давай, я жду. Какие-то долгие достаточно почему-то загрузки, я не знаю, с чем это связано. О, здрасте, мы тут. Вставай! А это что еще за чудик? А, их тут несколько. Вставай. Кто ты? Ори. Я так понимаю, ты Ори. Раз игра называется Ори. Ну я понял, наши чернильные топи. Нам нужно найти, короче, эту ку. Так, там какой-то огонь внизу. Е и Р. И левая кнопка мыши. А при чем здесь левая кнопка мыши? Е и Р. Где-то он там внизу. Сфера жизни. Вы нашли сферу жизни. Собирайте их, чтобы восполнить запас жизни Ори. Понятно. Видел, тут еще что-то валяется. Мало сосуд с духовным светом. За духовный свет нужно выменять у знакомых что-нибудь интересное. Или улучшить скалки духов. Допустим. Что? Каким образом это устроено вообще так? Давай сходим сначала здесь, посмотрим, что. Что это вверху за цветочек? Мне до него не добраться. Ладно, давай заберемся обратно. То есть надо с разгона, получается? Нет. И туда мне надо добраться. Удержите S или нажмите Space, чтобы что? Чтобы упасть сквозь платформу. Так, ну допустим. Ну тут там что-то я не могу пока что попасть. Вроде как. Да? Какой-то знак. Туда можно пойти. Это что, типа домик? Сюда мне не пройти. Кажется, там, может, если есть что-то сверху, то мне туда пока что не попасть. Пока что мы все ниже и ниже спускаемся. А чего вы испугались-то с меня?
зачем мне факел? Я могу что с факелом сделать? Подожди, тут куда-то забраться можно вроде как. Нет, я так не допрыгну. А, нифига. Слизни меня атакуют. Ах, вот оно что, вообще касаться нельзя. Ну, спасибо, а раньше предупредить никак было? Да, пошел в баню. Чтобы вставить каменный ключ. А у меня нет каменного ключа пока что. Да блинский. Сюда не пройти. А, я могу атаковать. Вот оно как работает, нифига себе. То есть я и слизни типа могу атаковать. Ты кто такой? Ток. Чирик, а ты что такое? Явно не Моки. А, ты ведь вообще не из Нивена, да? Я много где побывал, но таких как ты ни разу не видел. Ты из другого берега? А, в общем, я Ток, путешественник, странствую в этих краях, но только там, где все не так плохо. Я сейчас пытаюсь укрыться от бури, но если ты хочешь идти дальше, то тебе через врата духов на востоке. Чтобы их открыть, нужно два каменных ключа. Вот таких. А вон на той пещере как раз есть второй. Вот только чтобы его тут достать, нужно кое-нибудь половчее меня. Что скажешь? А, пропавший ключ, новое задание, найди каменный ключ. Нажми так, чтобы посмотреть, ну-ка. Пропавший ключ. Я здесь. Разыщите каменный ключ. А, так можно даже посмотреть, где я. Дверь там. Чернильные топи. Использовано на осколки ду... Что? Что тут можно найти еще? Ну, давай я схожу, узнаю, где там что можно найти. Нафиг это шелк мне. А, из него что-то выпадает, смотри. А, сфера духовного света. За духовный свет можно выменять у знакомых что-нибудь интересное. И улучшить осколки. Понятно, я понял. Да, это я уже помню. Ай, стой. А, ну ладно, допустим. Ай-яй-яй-яй-яй. Не заметил я, короче, что я на эти попал. Почему так забирается? Странно, он как-то неполноценный, я бы сказал. Да, духовный свет, я помню. Ну, очень удачно, они выпали, конечно. А я не долечу до туда, да? Ну ладно. А, нет! Сфера энергии. Вы нашли сферу энергии. Собирайте их, чтобы восполнить запас энергии Ори. Ну, допустим. Что происходит? Это кто такой? Это типа, босик или что? Да, смотри, кто-то злой. А ну-ка отвянь от меня. Оу. Всё? Быстро у меня, кстати, положило, скажу так. Давай, да, влазь. Отлично. Так, где мои кристаллики всякие? И камень я нашел. Как посмотреть карту? Отлично. Почти нашел тот камень, который нужен был. Ну, нет у меня больше факела. А, он просто лезет.
Сохранился. Подожди, то есть я правильно понимаю, что я могу вот так вот пролезть? Ну да, прикольно. Стой, только не умирай. Ага. Ага, 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 ага. Ничего не понятно. Все, ну лучше мне не попасть. Ладно, я понял тебя. Извини, иди. Ну, дай тебе не пройти, пожалуйста, спасибо. Три удара, короче. Точнее, три тычка, и я, типа, растворяюсь. Так, а я могу? Нет, туда я не могу пробраться. Значит, мне надо вот так вот добраться, да? Так, а там что-то интересное, надо глянуть. Стой, заберись, пожалуйста. Так, отлично. Что это? Каменный ключ. Каменные ключи опирают врата духов. Каждая врата духов требует свое количество каменных ключей. Понятно, это я понял, это я понял. Пропавший ключ. Задание обновлено. Покажи каменный ключ топку. Покажи топку его. Ну ладно, покажем, покажем. Ну там еще что-то было, ну ладно. Ай, стой. Чуть не умер. Да ну ты прикалываешься надо мной. Где я появлюсь? Ключ-то хоть со мной останется? Да, нормально. И как я должен его обойти? Он тут так стоит, неудобно, супер. Эй, Ток, привет. А, вот и ты. Что это у тебя, каменный ключ? А вот держи еще один, как я и обещал. Я птица честная, снова свой держу. Теперь я смогу и дальше странствовать по утерянным шедеврам Невина, пока они еще есть. А ты можешь и дальше... Чем там занимался? Желаю удачи. Ты хоть добрый мирок, ты посмотри. Только мне интересно, где у меня карманы для этих камней. Так, типа я теперь могу, по идее... Что это такое? Как это исследовать? Ну пойдем попробуем, откроем ворота просто для начала. Просто интересно, что эти ворота откроют. Сюда мне не попасть. Ой, блин, ну вот он стоит так незаметно. Вот тут там интересный чудик бродит сзади. Так, ну я типа открыл локацию, да, еще? Допустим. А факел где был? Можно я возьму факел? Мне как-то без факела неуютно немножко ходить. А больше здесь факела нет. Это печально. Это значит, что больше нет защиты. Ну конечно. О, да ладно, я плавать даже могу, нифига себе. Что там было? Там что было внизу? Прикольно. Вот это зачетно. Хоть. Дринк. Мне кажется, сохранения было. Ну вот и все, огромный волк. Ну я понял, что нам от него убегать. Это как бы логично. Да ладно. Куда я должен от него сбежать? Как я должен умудриться это так быстро сделать? Ай! Он смеется надо мной? Может, на другую сторону прыгать? Ага, все, ладно, я понял. Я тебя понял, я тебя понял. Да беги ты быстрее! Почему я не успеваю? Как это должно выглядеть-то? Ну и все. Да ёшкин ты, матрёшка. Просто, когда застрянешь на одном моменте, просто не знаешь управления. Да ну... Как это должно работать? Я же не могу быстрее перемещаться.
Ну все, он у нас скушал. Двойно с самого начала это все. Ладно, кажется, я немножко типа разобрался. А, он типа пакер боится. Думаю, с самого начала. Ты прикалываешься, думаю, что мне. Все, короче, нас съел. Ну, короче, привыкай к этому крику. Да как ты меня задел-то снова? Убегай нафиг. И как я должен просто от него спасаться? И все, и опять сначала, да нафиг. Так, прыгаем. Так, отлично, надо просто добраться с полными жизнями, хотел сказать я, но не получилось. Окей. Да ну как ты так работаешь-то? Стой, не ешь меня. Эй, ну ёж ты, матрёшка. Ну понятно, что, короче, есть какой-то этот пинг, грубо говоря, по которому нужно его бить. Да ладно. Да не может быть-то такого-то. Мне кажется, это не так должно было работать. Кроме как в обратку пойти, мне больше пойти-то некуда особо. Тут же вот скрытая, я и думаю. Души скрытые. Ай, не надо было так, наверное, сильно логово воя. Ну, допустим логово воя. Понятно, каменные ключи. И что мы где вообще находимся или как? А, это все типа единая локация, мы везде можем вернуться. Но пока я спускаться бы не хотел. Я хочу обследовать пока что, что сверху есть. О, здорово, котик. А я что, не могу добраться до тебя? Оп, стоп, что это было? Какое-то дерево. Оно явно какое-то магическое. И как-то связано, по-моему, со мной. Сильно мы похожи. Наверное, это типа что-то вроде сейва. Да, похоже на то. Или это перемещение в какой-то другой мир? Вновь засиял древний свет. Тем временем Нару и Гума искали путь во тьме.
Но им должно стать понятно, куда надо добираться. Вон на тот остров, на второй. Все, выспался. Ты не как те другие, так что кричит, тот, что кричит. В тебе сияет древний свет. Дерево вспомнило, узнало, засияло. Оно поделилось с тобой воспоминаниями. А клинок духа, вы освоили новое умение. Привяжите его к кнопке левой клавиши E или R, удерживая Q. Так вы сможете выполнить комбо атаки. Окей. Клинок духа. Давай используй свет, хотим взглянуть. Ну нифига, теперь, конечно, так гораздо легче. Что же я могу сказать? А на сегодня мы на этом, я думаю, мы закончим. Спасибо за просмотр. Ставь лайки, пиши комментарии. Пиши, если понравилось. Мы продолжим прохождение. В принципе, прикольно, очень антуражненько. Вот. И подписывайся, ставь лайки, пиши комментарии. Вступай в группу Дискорда, ВКонтакте, в Телеграме, в Инстаграме. И до скорых встреч. Пока. Пока.